Привет, друзья, с вами я, Халдор, и как вы, наверное, поняли уже по названию, сегодня я буду играть без звука. Ну, вы, соответственно, звук слышите, а я просто поставил свои наушники на нулевую громкость. То есть, если ко мне будет кто-то подходить, вы это услышите, но я этого не услышу, к сожалению. Так, конфетки раз, конфетки два, да, два раза взял, потому что я сейчас сам не понимаю, сколько я конфеток беру. О, кстати, а сейчас мы возьмем побольше конфеток, он надеюсь, взял. Опа, отдайте свои конфетки, взял конфеты, быстро взял конфеты две. Две конфеты взял, быстро. Две конфеты, раз, два, все, отлично. Так, какие конфеты? О, синюю. Синюю надо заховать сразу. Так, там моя карточка не, красная. Не забирайте, пожалуйста. Дэшку связываем. Хорошо, все. О, черная карта, хорошо. Отлично. Сразу черную карту. Даже не красная, сразу черная. Замечательно. Отличненько. Замечательно. Я не знаю, о чем мне те дэшки говорили. У меня карта на выход есть, пойдем. Но почему-то они мои приказы не выполняли. Я сколько раз им говорил зайти в конфеты. Они что-то говорили, но почему-то не заходили. У нас еще 9 выстрелов есть, но думаю, они нам не понадобятся, потому что у нас есть охранник, который просрал одну дэшку. Я вернусь за дэшкой, ее расстреляю сейчас. Тут стой, охранник, если она поедет. Лицом к сне встал быстро. Ага, ладно, пофигу на эту дэшку. Опа! Ах, ушлёбок такой! Сюда иди! Недалеко ты ушел. О, ты тоже сюда. Сейчас мы его расстреляем. У меня патрон дофига. И там лифта нету. А, нет, есть лифт. Ну там охранник стоит, если что. Не повезло. О! Я даже этого не слышал. Закрыть ли перед тобой дверь или нет? Вот в чем вопрос. А давай закроем. Ладно, шучу. Мы перед ней закроем. Опа. Ладно, пофигу, в конфеты не пойдем. У них, возможно, комп есть. Я не знаю, есть ли нету. Ну давай быстрее, ну ты... Чел, ты слишком медленный. Пусть тебя печенька схавает. Ты слишком медленный, чувачок. Шашлычок, я не знаю, даже идет со мной печенька или нет сейчас. Так, мы это возьмем, пожалуй. Давай не будем. Нет, что он меня убил? Блин, если бы я слышал то, что он идет за мной, я бы не стал брать эту шлепскую лампочку. Но я ничего нифига не слышал. О, Space Marine 2 вышло. Выглядит красиво. И оценки очень хорошие. Ну что ж, погнали купим. Но перед этим нужно пополнить баланс на купи-код. Здесь ты можешь быстро и безопасно пополнить свой Steam аккаунт. Вводишь свой логин Steam, вводишь сумму, на которую хочешь пополнить, и используешь мой промокод SCP, чтобы получить минус 2% комиссии. Вот и все, через несколько минут твой аккаунт будет пополнен. А если возникнут вопросы, то поддержка отвечает 24/7. А если ты хочешь купить игру, которая недоступна в России, то переходишь в раздел «Гифты», «Недоступны в РФ» и выбираешь игру. Вводишь ссылку на свой профиль Steam и мой промокод SCP, чтобы получить скидку 10%. Купи-код, ссылка в описании. Раунд 2, чуваки, полностью без звука. Теперь мы играем за охранника. Патроны мы лутаем, отличненько, хорошо, есть что-то. О, хилки, это надо, хилки, это важно. Что там справа? Ой, дед, оказывается, охренеть, откуда тут дед? Я зафлешил? Надеюсь, зафлешил его. Охренеть, чуваки, вот что значит играть без звука. Ты ни хрена не слышишь, чуваки. Вот, это, конечно, главный минус, когда рядом SCP. А, нет! О, жопа, все, жопа, конечная. Зафлеш, пожалуйста, зафлеш его. Отлично, деда зафлешили, хорошо, деда зафлешили, замечательно. А, не надо, дед! Да как же я
я живу? Как же я живу? Охренеть! Как же я живу? Все, я туда не пойду. Мне кажется, на сегодня моя удача закончилась, чуваки. Поэтому я туда больше не пойду. Пойдем найдем другой вход в лайт-зону, пожалуй. Мне показалось, или там комп еще был? Как будто двери закрывались, как будто был комп. Но я, собственно, до конца не уверен. Пожалуйста, можно не умереть? Пожалуйста, не хочется умирать. Я уже очень много удачи в этом раунде своей потратил. Поэтому страшно становится, чуваки. Очень страшно. Мы не знаем, что это такое, если бы мы знали, что это такое. Так, прокачаемся. Хорошенечко сейчас. Ой, блин, а надеюсь, мои патроны не прокачаются. Если мы сейчас патроны прокачаются, это будет и плохо. Это будет очень плохо. Но мои патроны не прокачались. Хорошо. Замечательно, замечательно. Все, и в принципе мне этого хватит. Я не хочу сейчас тут находиться, потому что, скорее всего. Лицом к стене стали, быстро все! Там и все, все из рук убрали. Все из рук убрали, быстро. Это вы. Все, за мной пошли, быстро, за мной. Знаете, молча, молча за мной идем. Хотя я их не слышу, но пусть лучше молчат. Так, молча, я сказал, за мной идем. Максимально быстро держимся к моей спине. Близко, точнее. Отлично. Замечательно. За мной пошли. Вперед идем, вперед идем. Комп у нас, я увидел. Светящуюся камеру. У нас комп ушлёпский. Так, я сказал молча идти. Чтобы внимание лично не привлекали. Ладно, пофигу. Если бы я сейчас был с наушниками, я бы его убил. Я не знаю, что он там говорит, но если бы, типа, он с наушниками мой приказ нарушил, я бы уже его давно убил. Но... Так он говорит что-то, мне пофигу, я же его не слышу. В конец лифта зашли быстро. Раз, два, три. Все, отлично. Как только лифт откроется, сразу выходим. Три, два, один. Все, вышли, на выход идем. Отлично. Что-то он там говорит, не знаю. Я потом на видео посмотрю, что он там выдолбывался, что-то мне говорил. Вот этот чел. Что-то он там очень долго говорил. Мне аж интересно, что он там говорит. Но вы-то слышите, а я-то не знаю, что он говорит. Сделаем себе фулл ХП. И сделаем вот так вот. Конечно, ради 9 ХП тратить аптечку, вы скажете, я офигел совсем. Но лучше иметь фулл ХП, чем не иметь фулл ХП. Так, стоп. Стоп, они от кого-то там убегали? Они тут двери закрывали и убегали от кого-то, как будто бы. Страшно. Страшно. Страшно, чуваки. Очень-очень страшно. Так, тут у нас нету, тут у нас тоже нету. А вот где находятся оставшиеся у нас генераторы? Вот в чем вопрос. Они убегают от кого-то? Они, непонятно, они убегают. Они то ли убегают от кого-то, то... А, понял. Вот от кого они убегали. Все, до свидания, я понял. Вот от кого они убегали. Ё-моё. Валим мы отсюда, ва. Тут сейчас чумная придет. Уходим. Он без брони. Не надо, пожалуйста, что делать? Валим. Делаем бегит. Делаем жесткий бегит. Делаем жесткий бегит. Отсюда вы бегит. Делаем. Хорошо, хорошо. Успеваем. Да пошел нахрен, комп. Меня не надо. Меня не надо! Ладно. Похилимся. Чё, куда хотим? Куда мы хотим? Не знаю, куда мы хотим. Сюда хотим. Сбежим! Опа. Вот и не сбежим. Ладно, сюда сбежим. Сбежим. Что? Я нашел способ 100% сбегать? Деда, что? Что? Я нашел... Чуваки, знаете, почему я поменял сейчас туннель? Потому что, типа, я слишком далеко прошел.
А когда ты сбегаешь, типа тебя телепортируют раньше. Окей. Нужно будет потом после записи эту теорию проверить, чуваки. Эту теорию нужно будет обязательно проверить. То, что типа все выходы, они по дефолту являются, по идее, смертельными. Но, если типа выход правильный, он телепортирует раньше, чтоб ты не умер. Охренеть. Если это так, то это вообще имба, чуваки. Офигеть! Ё-моё! Надо будет это проверить после записи, чуваки. Надо будет проверить. Обязательно. О, боеголовка. Это надо. Это надо. Будем надеяться, что никакие ушлёпки не отменят. Но, скорее всего, отменят. Кстати, фонарик. Точно. Нужно поставить вместо лазерного прицела себе фонарик. Потому что если сейчас SCP пойдут сюда и не будут деактивировать боеголовку, то они придут вместе с компом, которая будет, собственно, свет нам выключать, конечно же. А мы не хотим умирать из-за какого-то просто выключения лампочки. Это тупо. Мне кажется, отменят. Потому что у них все SCP, которые могут отменить боеголовку. Типа чумной, зомби и дед, они у нас на сервере боеголовку могут отменять. А остальные, кстати, не могут. Кстати, я не знаю, сколько там до взрыва боеголовки осталось. Не, отменили. Отменили, все-таки отменили. О, но 049-го, хорош! Научный сотрудник 049-го нас уничтожил, замечательно. Конечно, лучше бы он 106-го убил, потому что следующая встреча с 106-м для меня ничем хорошим не сулит. Так, по-моему, я бежал сюда. Я бежал вот сюда. И тут где-то был микрохит. По-моему, вот здесь, да? Да, вот микрохит и два генератора. Хорошо, мы это включаем. О, ой-ой-ой, какие вкусные тайминги. Ой, как вкусно, 40 секунд. Ой, как вкусно. А, все, это ГГ, это победа фонда, чуваки. Сейчас, если дед не отменит боеголовку, это победа фонда, да? Хорошо, замечательно, отлично. А, у нас убили всех? А, нет, два SCP объекта. Да. Ну все, по идее, я не знаю, сколько там секунд осталось. Но надеюсь, боеголовка взорвется. Это победа фонда. Будет победа фонда? Будет, да. Да, это победа фонда, чуваки. Хорошо, отлично. Взорвали боеголовкой двух ушлепков. Ну что, последний раунд, чуваки. Игры без звука у нас сейчас. И играем мы за D-класс. За D-класс играем мы. Так, тут ученый заспавнился. Это плохо, потому что он впереди нас бежит. И ПК сейчас залутает, да. Фигово. Блин, не успел пройти в дверку и закрыть перед дэшками, а вот теперь успел. Направо, надо идти направо и... Да ё-моё, что-то у меня сегодня плохо с закрыванием дверей. Все прям очень плохо с закрыванием дверей у меня сегодня, и он сейчас передо мной дверь закроет, да? Ну, в любом случае, тут уже лута не осталось, тут уже пофигу, потому что тут все залутали, скорее всего, да? Да, тут прям все прям обнесли, запылесосили, прям все залутали. Ну, что ж поделать? Пойти на чекпоинт, может быть, какой-нибудь чекпоинт. Может быть, кто-то нам откроет. Фиг знает. Или спрятаться. О, чекпоинт. О, по-моему, ученый не идет. О, тут машина. Тут машина есть. Хорошо. Там есть машина. И, возможно, сейчас у нас ученые прокачаются, и нам дверку-то пооткрывает. О, хорошо. Да, все по плану. Замечательно. Главное, чтобы сейчас там охранников не было. Это самое главное. Но охранников нет. Какой? Так, стоять. Охранник. Все, встал лицом к стене. Все, встал лицом к стене. Интересно, а я могу не выполнять его приказы, потому что не слышу?
Ну, я просто буду идти за ним в лифтах, соответственно, заходить в конец лифта, ну, что по дефолту говорят, и надеюсь, он ничего специфичного мне не прикажет. Лицом к стене, давай, давай, поворачивайся. Ну, я по его вот этому вот движению понял, то, что он хочет, чтобы я стал лицом к стене. Если что, я не читерю, я реально ничего не слышу, чуваки. Просто вот этот вот его движение оружием вверх, типа, это обычно означает стать лицом к стене. Ой, мячик, ой, не надо, мячик, не надо мячик. Не надо нас. Да, мячик нас преследует. А чё, бот, может, ты меня выведешь как-то это там? Может, что-нибудь мы с тобой куда-нибудь в офисную зону пойдем? Пойдем-ка. Чё говорит? Я не знаю, чё он говорит. Но чё-то он говорит. Определенно что-то неинтересное, скорее всего. О, отлично, мы идем в офис. У него карточка охранника. Видимо, будем ждать, пока какой-нибудь ученый либо мог откроет нам... гейт, да? Мы будем вот этим вот заниматься сегодня с тобой. Что-то мне вот таким не хочется заниматься. Хотелось бы, конечно, чтобы пришел хаос, расстрелял тебя, и я сбежал, стал тоже хаоситом. Ну нет, он посматривает на меня. Он вот каждые, наверное, секунд 5 посматривает на меня у шлепок. Ну чё, давай стоять. Чё, не пойдем на Б пойдем? Ну пошли. Куда? Да, идем? Хорошо. Окей, стоим. Стоим, ждем. Пока, надеюсь, приедут хауситы и убьют тебя, ушлепка. Сидим, ждем. Сидим и ждем. Пока ушлепки нам гейт откроют. Гейт сейчас сам откроется от боеголовки. С одной стороны, это хорошо, а с другой плохо. Пожалуйста, хаос, приедь. Очень хочется хаоса. Пожалуйста, хаос, приедь. Пожалуйста, хаос, приедь. Хаос, приедь. Хаос, приедь. Пожалуйста, хаос, приедь. Оп. Обманули охранника. О, оружие есть? Нет, оружия тут нету. Тут не открыты соответствующие штучки. У тебя оружие есть? Нет, но у тебя есть кое-что. Что можно залутать? Оружие, пожалуйста. Боеголовку. Надеюсь, боеголовку отменят, пожалуйста. Надеюсь, боеголовку у нас кто-нибудь отменит. Есть? Нет, ни хрена нету. Патроны на всякий случай возьмем. Патроны возьмем. Ну, конечно, этого охранника мы вообще обманули. Очень хорошо. Пожалуйста, боеголовочку кто-нибудь отмените. Очень хочется. Пожалуйста, отмените. О. О, хорошо. Отличненько, замечательно. Так, это мы тоже возьмем. А сейчас синюю карту мы тут возьмем. А, нет, скорее всего, не возьмем. Но оружие, думаю, мы найдем вот здесь. Если тут еще ФСП никто не залутал, возможно, мы сейчас залутаем. И какого-нибудь, может быть, CCP? CCP есть какой-нибудь вкусненький? Вот здесь есть? О, не зря я взял оранжевую карту. Хорошо. Не зря я это сделал. А, тут уже там даже открыто, оказывается. И тут уже... А, нет, тут не залутано, хорошо. Это мы возьмем. Флешечку нам надо? Думаю, не надо. Или надо? Нет, давайте еще одну флешку возьмем все-таки. Лучше флешечку возьмем. Но вот это вот, конечно, сейчас самый бесполезный предмет для меня, чуваки. Самый просто бесполезный предмет вот этого сейчас для меня. Что делаем? С оружием, наверное, или без оружия? Кстати, а у нас кто-то приехал или нет? У нас приехал МОК или нет? Вопрос. Я даже этого не знаю. Наверное, не буду пить кока. У нас слишком сильно дамажит. Слишком сильно Кока-Кола у нас после обновления стала дамажить. И пойдем мы сейчас вот в эту сторону. Куда-нибудь в лайт-зону, может быть, сейчас пройдем. А тут есть проход в лайт-зону? О, тут есть проход в лайт-зону.
не знаю, кто едет. О, здравствуйте. Здравствуйте, мистер Дэшка. Мы, пожалуй, пройдем в лайт-зону. Нафиг нам эти всякие приколы с МТФниками встречаться. Нам это не надо. Нам это не надо. Но я до сих пор, конечно, в афиге, как я с охранника убежал. Это, конечно, вообще была имба. А, прикол, хорош. Я желтую карту, точнее оранжевую выкинул, это плохо. Это, конечно, была ошибка. Вот это вот реальная была ошибочка. Сейчас бы с SCP-500 мы бы могли много дел наделать. Кроссвек? Ну, броня получше есть. Хорошо, отличненько. Хорошо, если теперь мы встретимся с Могом, у нас есть все шансы не умереть. Но вот только у других игроков есть преимущество. Они услышат меня заранее, а я их заранее нифигашеньки не услышу. Но если что, воспользуемся тактикой встать лицом к стене и быстро расстрелять. Думаю, тактика сработает. Очень на это надеемся. Так, у нас машина вроде бы. Да, у нас машина. Вот сейчас справа будет. Значит, машина закрыта. О, здравствуйте! Тут кто-то прокачивается в машине, да. Кто-то тут прокачивался. Ой, с кроссвеком. С кроссвеком тут прокачивался. Хорошо. Отличненько. Мне даже не придется прокачиваться самому. А карта у тебя какая была? О, и карта у тебя. И карта у тебя есть. Хорошо, спасибо. Чувачок, ты мне прям очень вкусненько много всего принес. Так, фиолетовая конфета нам не нужна, думаю. Кроссвек нужно прокачать. И давайте ФСП все-таки возьмем вместо второй флешки. Так, только перезарядимся. Вот где-то здесь, кстати, боеголовку у нас отменили. Это хорошо, да. Отлично. Мы прокачиваемся. Так, вот так вот. Вот так вот. Отличненько, хорошо. Не так. Во, идеально. А, давайте все-таки кока-колу выпью, потому что у нас что-то там с боеголовкой какие-то махинации происходят, и мне хочется сбежать на улицу. Кстати, если хаос приедет, то я даже об этом не узнаю. Потому что там-то звук только проигрывается, если хаос приезжает. Вовремя я ушел из лайт-зоны. Ладно, возьму оружие в руки. Возьму уже в руки оружие. Блин, конечно, вы видите, как кола просто дамажит. Это жесть, как кола дамажит. Убегаем. Мы в офисную зону сейчас здесь. И надеюсь, мы никого хорошего и плохого тут не встретим. Ну, плохого для нас. Соответственно, так, гейт Б там у нас находился. Я помню, как мы бежали. И гейт Б у нас находился вот ровно вот здесь. Только опасненько сейчас может быть. Похилимся. Сначала похилимся. Потом заходим. Хорошо, так, печенька у нас есть. Угу. Печеньки у нас есть, значит. Это надо... Может быть, фонарик взять. О, у нас хаос приехал, да. Фонарик сейчас возьмем. Если вдруг там у нас есть комп, я не знаю, есть он или нет. Но если есть комп и будет печенька с выключенным светом, то это все как бы ГГ. Это конечная остановочка. Так, сразу фонарик включим. Ой. Нет, здравствуйте. А, что? Кто по мне стрелял? Там Моковец, походу. Закрываем двери. Здравствуйте, люди. О, боеголовочку. Офигеть, второй отряд хаоса приехал. Отлично, все, боеголовочку, по идее, сейчас уже не отменят. Хотя не могут отменить, просто уже раз отменили. До 30 секунд было. Поэтому, возможно, там кто-то сидит, отменяет. Конечно, я не ожидал, что по мне там будет стрелять, там, потому что вроде бы хит был. Как бы. А вроде бы и нет. Ну, понятно, короче. Ну, в любом случае, чуваки сейчас, думаю, там справятся. Потому что, ну, как бы Дэшка бежала возле какого-то чувачка, и как бы это самое, его не убивали. Поэтому странно, откуда по мне постреляли. Видимо, по действиям хаоса, видимо, там все-таки МТФ, да? Да, там все-таки МТФник. Но то, что Тэшка возле него бежал, это странно.
Давайте вперед, чувак. Вперед. Не знаю, где он там, но он где-то там. А, там печенька. Ну ладно, я в любом случае сбегу, чуваки. Вы не против, да? Хорошо, блин. Чуваки, я в начале раунда был грёбаным заложником охранника. И просто из-за того, что я смог этого охранника обмануть, я в итоге сбежал и стал хауситом. Ну это вообще замечательно. И все, то, что снова убили, это победа повстанцев, чуваки, окей. Это самый странный раунд в моей жизни, чуваки. И всем спасибо за просмотр, чуваки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк на видео и переходите на другие видосы, которые сейчас у вас покажутся на экране. Всем пока!